везет трансформаторную подстанцию. Солнышко в глаза. Отражение от лобового стекла на картинке не будет.
запас хода на 800 километров. Сколько проехал? Средний расход показывает 5,7. Скорость 48. Пройдено 180. С собой взял канистру бензина 10 литров. Отражения нет от лобового стекла на видео. По крайней мере, я не вижу. Но реально сейчас очень четко отражается торпеда на лобовом стекле. Надеюсь, светофильтр свою функцию выполняет. Я помню, ездил по трассе Кола, когда шло строительство. Это было, конечно, ужасно. Сейчас дорогу сделали. Давно уже сделали. Дороги замечательные. Вот помню, сглазит и разметка, и обочина. И повторю, в который раз колейности не наблюдаю. Пока, по крайней мере. Один недостаток – количество полос.
структура тоже на уровне, достаточно много заправок, мест для ночевки, гостиницы, и так просто. Государева дорога. Край очень красивый. По крайней мере, из окна автомобиля очень красиво. Конечно, любоваться красотой, когда нет других забот, это одно. А когда стоит вопрос, что нужно жить, чем-то питаться, где-то работать, а другое совсем. В анекдоте не нужно путать миграцию с туризмом. До места привала 447 километров. Через три припаркуюсь где-нибудь, поменяю карту памяти, хотя там запас примерно на 10 часов, но все равно. Ясная солнечная погода, незначительная облачность, температура за бортом 17,5, конец лета, но деревья хвойные, по ним особо и не скажешь. Приближается осень. Как можно было пропустить? За мной движется Киа, по-моему. Но не буду дергаться. Вот знак для обгона, пусть обгоняет.
когда проходит, давай, пошел. Так, еще одна заправка. Вчера ехали, наверное, слышали по радио, объявляли коробейники. Куплю топливо, продам топливо. Называли заправки Лукойл, другие названия были. Стоит ли там заправляться? Думайте сами, какое топливо они могут купить, а потом смешать его со стандартным. Думайте сами. Но здесь пока эфир пустой, дальнобойщиков мало. Р-21, Е-105, Мурманск. Железнодорожный переезд. Ну, сверху пошли. Подпорожье. Запорожье. Давно, правда, это было. И ехал, по-моему, в пасмурную погоду. Так, кольцевое движение. Третий съезд, что ли? Так, тут что? Заезжаем мы на главный. Мурманск, 1184. Так, кто-то вспоминается с этим местом. Заправка, по-моему, была здесь. Красочные места открываются еще красивее. И какой критерий оценки красоты? Река Свирь. Мост.
что тут? Обратно. О, какое красивое с левой стороны русло реки. Деревья прям вплотную к воде. Затруднение небольшое показывает навигатор. Остановимся. Лес смешанный, елочки, березки, сосны. На горизонте облака. Стоим, кого ждем. Можно сделать, пока стоим, глоток кофе. Так, кофе закончилось, надо, блин, ладно, остановлюсь проверить давление шин, шинах. И заодно, наверное, кофе заварю. Можно попробовать во время движения вскипятить воду. Но боюсь, предохранитель не выдержит. На нем дофига чего подключено. Написано было вчера, когда прокладывал маршрут, что глухие пробки. Ну вот, по всей вероятности, это она. Идет встречный поток.
Так, пока есть время, значит, про ночевку еще раз. Всегда приезжая на место привала, подходил к охране, оплачивал и просил место указать, где встать, чтобы я никому не мешал и чтобы мне было более-менее удобно. Потому что дальнобойщики, вот постоянно катаясь, они как бы уже имеют свои установленные места и приезжают, обижаются, если это место занято. Могут разбудить в полночь, в общем, разорвать сон. Поэтому я за правило взял всегда, чтобы меня охранники где-то припарковали. Сегодня или вчера оплатил парковку 200 рублей ночь, попросил указать место. Выбирайте любое. Я говорю, нет. Ну вот, встаньте, показали одно место. Я встал. Такой вариант устроит. Ну, лучше вот там показали другое место между фурами. Все, вопросов нет. Припарковался. И уже задремал. Начал дремать. Стук в окно. Стоит какой-то водитель газели. Вы будете ночевать или уедете? Твою мать. Не видишь, что машина выключена, все погашено, человек спит. Я говорю, спать буду. Спящего, говорю, даже змея не кусает. Какого хрена ты меня разбудил? Ушел. Проходит, наверное, полчаса, час. Снова стук в окно. Стоит тетка, какая-то тетрадь у нее в руках. В тетради с скрепкой несколько купюр присобачено, закреплено. И начинает. Вы знаете, вот нужно это самое, это место для фур, это т.д. т.д. И говорю, слушай, женщина, те, кому я заплатил деньги, указали мне это место. Ну да, вот, но может быть, я говорю, никаких может быть. Вот, я припарковался, никуда больше переезжать не буду. Все, я сплю. Спящего, говорю, даже змея не кусает. Какого черта, говорю, разбудила меня? Ну вот, могут приехать там этот разбудить. Ну, приедут, разбудят, значит, будет другой разговор. Ну, извините, извините, пошла ты, извините, сон перебила. Вот, других проблем не было. Так что вот мой такой совет. Останавливаясь на привал, на охраняемой стоянке, заплатив деньги, попросите, чтобы охранник указал место, где можно спокойно, без тревоги отдохнуть. Да, вот эта глухая пробка, не, наверное, была написана при прокладке маршрута. Ну ладно, сколько будем стоять, не знаю. До места привала 437 километров. В движении еще 5 часов. Я говорю, до фанатизма доводить не буду. 8-10 часов. Вполне нормально. И не устаешь, и можно заняться такими делами, как вот я, например, перебрасываю видео на внешний жесткий диск. Вчера вот около 3 часов шел процесс, вот,
переброски видео на внешний жесткий диск. Примерно 128 гигабайт. Это за весь день. Около 3 часов. В машине откидное заднее сиденье. Ну, там расстелил спальный мешок. Во весь рост вытянулся. Нормально отдохнул. Так, вроде бы двигаемся. Так, ну вот. Топливозаправщик, о котором я говорил, вон он впереди. Улетел от меня, уехал в точку. Ну и вот в итоге мы с ним здесь встретились. Смысл было мчаться на бешеной скорости. Ну как бешеная скорость? Я двигаюсь на самое оптимальное для автомобиля скорости, где минимальный расход бензина, меньше тормозить, на круиз-контроль поставил, то есть нет, бережное отношение к автомобилю, короче. Ладно, двигаемся, посмотрим, почему мы стояли. Встречный поток был совсем маленький, зато туда за мой хвост, там уже не вижу, аж за поворот скопился. Пройдено с момента старта 202 километра с места привала. Средний расход бензина получился 5,6. Время в пути 4 часа 3 минуты. Вот так это. Запас хода показывает на 800 километров. Посмотрим. Вчера у меня оставалось порядка 110 километров. Запас топлива на 110 километров. Сегодня залил полный бак. Сначала показывало 780. Проехал 200 километров, показывает на 800. Где-то дальше, наверное, вообще не знаю. Заднее зеркало смотрю, тот парень, который стоял на дороге, там светофор включает, выключает. Какой смысл было ему держать? Встречного потока почти не было. Что там прошло, десяток автомобилей. Но хозяин барин. Температура в салоне около 20 градусов, а за бортом ровно 20, ну что на улице, то и в салоне. Еще одна незапланированная
остановка. Надолго ли? Да, видимо, вот об этом участке говорили, писали в Яндекс.Навигаторе. Плохая пробка. Сколько она? Ух ты! Да, я недалеко. Недалеко. Ну а дальше я смотрю, вроде бы все зеленое. Есть один участок небольшой. Не грига какая-то. Ну и чего с мигалкой поехал? С аварийкой. Еще один. Время показывает 10:26. Сколько на видеорегистраторе? 10:26. Такое же время. Ладно, остановлю пока. Режим записи. Один автомобиль проехал, и все. Но это недоработка строителей, организаторов. Зачем собирать такой длинный хвост?
пишет. Блин, пробка на несколько километров растянулась. Вообще без вариантов. Люди из автомобиля вон выходят. Немного яркости убавил. Е-105. Ну, полотно дороги хорошее. Да, недавно сделали, не очень давно, потому что разметки вот не вижу. Где-то березки уже начинают желтеть потихоньку. Ну, чувствую приближение осени. Сегодня какое число? Не помню, 21-е, что ли? Августа. Реклама на 15-м канале. Режим записи. Thank you.
Да, стали капитально. В общем, включусь, когда начнется движение. Режим записи. Дорогу делают капитально. Так, ну вроде бы, сейчас посмотрел по навигатору, вроде пробок больше не предвидится. Есть далеко желтый участок такой небольшой. Но остальное все зеленое. Молодцы, строители. Она сама по себе трасса была неплохой. В хорошем состоянии, но сейчас будет еще лучше. Узковатая, блин.